Здравствуйте, меня зовут Катя. Давайте перейдем к прогнозу погоды на 21 декабря. В столице Алтайского края ночью минус 21, днем минус 14, в Белокурихе ночью минус 12, днем минус 7, в Горно-Алтайске ночное время суток минус 18 градусов ниже 0, днем минус 8. Расскажу об ожидаемой погоде в нашем городе. В Бийске переменная облачность. Ночью минус 15, минус 17, днем минус 9, минус 11. Самое главное для меня – моя семья. А самая большая радость, когда мы все вместе собираемся за праздничным столом. Но в этом году мой брат учится далеко от дома. Пользуясь случаем, хочу пожелать ему успешной учебы, отличной сдачи сессии и долгожданной встречи на каникулах. Димочка, мы тебя очень любим и гордимся тобой.